Там же этот есть. А вот так вот нельзя часом? Нет? Жалко. В последних версиях Тинкера сколько кладешь, столько она и забирает, если может. А в этой все. Так, Magic Wood. Magic Wood. У вас 63 штуки. Это для палочки. Tool Rod Pattern. Не, не сюда, вот сюда же. Так, так. Раз, два. Так. Прочность 6,39. Так, это сделал. Бумагу можно скинуть, инвар скинуть. А ты сейчас этими панелями занимаешься? Да. Ага. Поэтому так затих. Втихаря. Угу. Сидит, всякое делает. Плохое о нас думает, да? Да. Так, этого не надо. Так, дальше. Этих два надо. Блин, я за много манюлина расплавил. Ну, фиг с ним. Много, не мало. В принципе, на этой сборке-то показывать сейчас нечего. Такие... Я так побегал по этим... По квестам и нечего показать. А дальше еще сложнее, так понимаю, будет. Так, два лопата. Этот. И сейчас манилиновые сделаем. Все, что ли? Так, хорошо. Эти есть. Детальки есть. Можем поставить. Еще там настроить надо. Придумать, как это все. Лопата есть. Не будет работать хорошо. Так, теперь это все пересобрать надо. Один сюда, один сюда, готов. Топор взять. И вот это, сколько он там имеет? 670. А и еще один модификатор есть. Блин, я думаю, что повесить. Наверное, алмаз. А кто заказывал еще две солярные панели восьмые? Я не заказывал. Ну да, ты и заказывал вначале. Так я у тебя заказывал. Ну вот, все, кто заказывал? Я тебе заказывал. Уже установлено. Уже сделал? Да. А, хотя бы долго там с автокрафтом, там, это ж раньше. Я не знаю. Я не знаю, что там за автокрафт, я все вручную крафтил. Блин. Не подвисай. Ну, кроме слитков, конечно. Скажи, долго там умеешь? 256 первых панелей. И вперед. Так, что там понаделал? Есть. Там у них есть, стоят еще такие апгрейды, можно их, можешь поделать, я не знаю. Я их никогда не любил. Может быть, следующее что-то еще. Ну, посмотри там, я ж... Да. Я же не настаиваю. Я... А хотя она делается, блин, фигня. А, мирроры надо только что. А это что? Solar Flux Reborn. Что-то можно. Solar Flux Reborn. А, там апгрейды есть какие-то. Там есть эффективность, transfer rate upgrade, capacity. Это вряд ли. Там надо. Ничего из ничего не берется. Там, ну, оно бессмысленно, если в длительном цикле использовать. Discipline upgrade какие-то. Mm-hmm. Lock charging upgrade. Фуранс. О, надо фуранс upgrade поставить. Зачем? Надо. Не знаю зачем, но оно мне нужно. Его нужно ставить, если ты хочешь его панельку прямо сверху на печку поставить. Ванильную. О, пошла работа. Да я знаю. А зачем? А, чисто поржать? Тогда да.
Не знаешь, как это? Не знаю зачем, но оно мне Все, надо. не буду вас отвлекать. В смысле, кого вас? С Вас кем там со разговариваю? зрителями. А вас? А вас зовут А вас. Так, иди сюда, огурец. Тюнг. Ага, вот оно что. Так, и вы вас, наверное, блокировать надо, да? Чтоб ты что-нибудь не то не посадил тут. Все. Ага, хрен ты тут что сейчас сделаешь, да? Вот что эта кнопка означает? А, и она, наверное, одну оставляет. Ясно. А, можно еще этого закинуть. Этого, как его, костной муки. Бон-мил для начала. Чтобы ему жизнь малиной не казалась. Бонжур и бонмил. Христе, je ne sais pas si c'est Он possible. Моя жена не любит французский. Так ее иногда, как это, троллю. она что говорит? По-французски. Она говорит, ты это на французском какое? Я это, знаешь, сижу, голажу па на тротуа. О боже, что мы издеваешься, реально издеваешься. Что, не знал этого Байера? Ну, эту шутку. Так, мне же ее еще надо подумать, как подключить. Блин, вот это для зрителей говорю, вот видите, это я даже не представляю, сколько я записываю. А еще ничего не сделал, блин. А это еще делать и делать. Так, это что? Это энергетическое. Вот это вот надо провести. А, так отсюда кондуитом провести сюда. А если мы так... А вот так попробуйте. Помнишь Ну это? да. А если так? А вот это? А может... Нет. А это вот попробуйте. Так. У нас он коричневый, да? Тогда сюда insert brown. Нет, brown нехорошо. Light gray, pink, lime, yellow. Давайте будет yellow. Так. Сюда будет подаваться yellow. Это ж подача, да? Подача. Перебор. Не сюда надо. Это у нас что? Ай, так я ж ему воду могу подать, да? Я ж могу воду, по-моему, сюда подавать. Зачем я эти понаставлял? А, вода уже сама подается. И такой он и тупой. Ай, ну пока вот эти огуркосаны, как я их называю, наберутся. А, так я ж их могу срубить. У меня есть где их взять. Сюда, сюда, иди сюда, иди сюда. А тут что у меня росло? Еще один огуркасан. Синеньких набрать надо. Икру делать будешь? Ну да. Икра заморская, баклажанная. Так. Беготни больше, чем работы. Здесь хотя бы не надо лазить по сундукам постоянно. А где мы лазим по Не сундукам? мы. А, я... понял. Намек понял, выезжаю. Так. Вот твоя последняя серия Рустика, ну дай бог не последняя. Обалденно, как ты сам себя окорачиваешь. Так, не будем лазить по сундукам на серии. Не будем лазить по сундукам на серии. Молодец, мне так понравилось. Так я сам чувствую, что зря лазю, но потом такой... Ай, Ну как же ну... без этого, да? Да. Молодец. Ага. Это сюда, это сюда, это сюда. Так. Мне не надо, чтобы он туда баклажаны сувал. Как это сделать? Фильтр. А.
Да, это фильтр. И сюда, значит, приоритете, фильтр апгрейд. Фильтры, идите сюда, фильтр. А у меня их, они у меня вообще-то есть. Ого. А фильтр-то у меня есть. Так, экстраты, это спид апгрейд. А, ну спид апгрейды мне тоже надо. У меня на какие-то блоки, чтобы добраться до этой вот 10. Так, ты пока давай вот это вот все перерабатывай. Вот все как раз тут хватит. Тинг. Я подумал, не буду я никаких промежуточных. Хотя, может, подожди, а если так? Дыры. Он там забьется и не будет зря работать. Угу. Желтый. Блин, я сейчас запишу плюс 100-500 минут и придется резать опять. Вырежем, вырежем, все вырежем. Ну так порежешь, ничего страшного. Или, знаешь, может кто-то любит. Хотя на Ютубе мало кто любит, когда много смотрят. Так, мне надо экстракт. А почему циан? Lime yellow. Always active. И надо фильтр, да? Это надо вот это засунуть. А, так он уже не тупой, он уже знает. Это ликвид. Подожди, это что? Это предмет или это ликвид? Блин, а, это ликвид. Ликвид экстракт не надо отсюда делать. Инсерт только. Экстрактит тоже не надо. Так. И мне надо два фильтра. Перебор. Ого. Фильтры. Какие у нас есть? Фильтр. О. Big Item Filter. Нифига себе, даже такая хрень есть. Так, белый список. Жалко его такое использовать. Жалко, да? Big Item Filter. Мне всего-то там по одной... Во, вот этот надо. Так, и Basic Item. А, этого нету. Так, раз, два. И вот этих, пожалуйста, дайте. Раз, два. Сейчас я напишу. А, они автокрафтом пользуются. Так, а еще трашкан есть. Траш. Это что, трашкан флуид? Нет. Мне надо просто трэш. А, или трэш, или жалко. Да, мы во все уперлись в генераторы. В смысле в генераторы? Ну, мы не можем дальше идти. А, ну в эту... Рейнбоу, да. Генератор. Так я знаю, я же говорю. Так, значит, так, сказал бедняк. Так, белый фильтр, сюда подаешь семена, сюда подаешь семенович. Иди, а, так может так даже дело, о, пошло или не пошло дело, а звук такой красивый. Так, а сюда желтый. Сюда пойдут кукумберы эти. Ну, а сейчас доделаю вот эту вот хренотень. О, кукумберы. Что-то я хотел вначале войдить, а теперь как-то жалко стало. Молодец. Думаю, ну, а вдруг вот, а вдруг она надо? Ну, да. Так, фильтр берем. Можно же по фильтру. Как говорят, у нас жмонишка гигарма подарите. По-человечески можно сделать. Инсерт. Это
все. Тут, наверное, работает все. Так, канола сиды и... О, заработали генераторы. Хотя с такой солнечной системой нафиг не надо. Ну, я люблю, как это, Ацаргагидос Недару. Сам такой. Запас, как это... Карман не тянет. Да. А, еще вот эти засунуть. Так. И мне еще Void фильтр надо. Void, а то потом начнется, я ж ее знаю. О, Void фильтр вначале. Так, я вен. А что такое? А нужно активировать. Ладно, лучше одну оставлю, а то мало ли. Так, теперь идем наверх, посмотрим, как она там все работает. Или работает она. Вроде бы работает. А, еще один стол бы поставить сюда, этот ускоряющий. Только опять я не помню, как он там активируется. Это сюда. Так, где-то столбы у меня стояли. Уж делать так делать. О, вот. Тебе нужно делать по-красивому, да? А я вот не помню, я тут его поставил или нет. Этот. А, нету его. Этих, как он называется, этот столб ритуальный, который ускоряет. Не знаю. Нет, это ты не знаешь, а я вот думаю. Вот эти вот столбы, как они называются? Гравестоун. Грейвстоун, да. Могила, грейв. Грейв. Нет, там другое. Рот. Так, ну, будем вспоминать, как этим рубо. Вот эта хрень не нужна. Ага, она делается Charred Stone, Charred Stone. А, может, наверное, есть они у меня. Charred Stone. Подожди, Charred Stone же он называется. То опять скажут, неправильно сказал. Charred Stone. Ну, что-то в этом роде. Так, Charred Stone у меня 4 штуки. На один мне надо 5. Нету. Он делается из любого. А, это уже. Угу. Это просто стоун или это что? Это стоун, барк и терамос. У меня костер есть, есть. Ой. Барк. Обсидиан закончился. О. В смысле, блин? А на что ты его потратишь? Компрессит обсидиан. А на что компрессит идет? На сумочки из крафта, из квеста. А мне надо стоун. Стоун. Марбл, интересно, подойдет, не подойдет. Не, не будем рисковать. Стоун, а то у меня... Пойду вент копну. Ну иди копни. Так, и там, подожди, зажигалка вроде ж нужна. Зажигалка у меня вроде тут была где-то. А в кармане нету. Flint and Steel. Не, пойду я лучше другую возьму, то там надо будет какой-нибудь ритуал делать опять. У меня нет бесконечной кирки, ничего себе. А, есть, есть. Все. Я перепугался. Так, мне нужен сейчас Flint and Steel. Flint and Steel, вот он. Йоу, есть. Ну что, пошли делать камни. Ну и фиг с ним, длинная, так длинная серия выйдет. Что еще я сделаю? Если игра такая. Раз, два, три. Этот, потом раз, этот и вот этот. Так, и потом зажигалка. Заработала. А что за камни ты пошел делать? Charred как-то они там. Ага, да. Charred из контент твиттера. Да, да. Для того, чтобы сделать этот гравис, ну этот, как
какая-то могила или как она там. Грейвстоун, да. Так, мне их надо было. В принципе, хватает. Хватает. Так, теперь две косточки такие. И что там надо было? Рутс. Рут. И вот это. Буффало тут. Зуб буффало. Все. Так, тут вроде бы верстака было. Чинг. Так, два есть вибратора. Дилдо два сделал каких-то там. Эй! Так, один ставим сюда, наверное, вот тут. Что за фигня? Чё тут не посадил? Отдай. Не успел. А чё он тут не садит, не понял? На. Всё посажено. Свет, да, должно быть нормально. Ладно, забирай свою фигню. Он так не забирает. Так, один сюда, а другой, наверное, сюда. Так, а теперь вспоминать, как их активировать-то надо. Так, декоративе. Аспект, блин, не так. Там какой-то был use. Во. Нет. Ритуал. Так, и как мне сейчас узнать, как он активируется на самом этом? А, вот он. Ритуал Гровы Супры. Вот он. И повспомнил эту фигню. Там мышивый блок нужен. Именно. Вот он мне не работал, я сейчас вспомнил. Заметьте, когда Альвинос говорит слово «мшивый», он одновременно выражает и свое отношение к нему. Не мшистый, а именно мшивый. Ну да. Так, поприкольней. Так, подожди, что я хотел? Мне там надо для этого. Перо совы. Это. Ага. Два кедра. На всякий случай два. Перо совы. Этот какой-то ротофалин там чего-то. Это где-то было когда-то. Давно и неправда. Так, пире надо. Фая пире. И ну, эти штуки у меня были. Ну где они были? Тут черные. И вот этот еще надо. Вот это. Так, и что еще надо? Надо мшивый и Rod of Fallen. Rod of Fallen. А как этот Rod of Fallen делается, чтобы я... понял. Это там, значит. Не Rod, а Root. Да, правильно. Root. Если корень, то да. Root. Так, Rod of Fallen тут есть, такая хрень нету. Сейчас будет. Несчастные случаи были? Будут. Так, раз, два, три, раз, два, три. Мосси. Или с одной М. Мосс, только ванильная, пожалуйста. Мосс Стоун Майнкрафт. А я использовал, помню, вот этот вот Underground Biome Мосс. Ну. Чё-то у меня не работает. И к чему пришел? Ну что, дело было не в бобине. Альвина сидел в кабине. Так, по-моему, его можно поставить тут. Это не надо. Так, один петал.
Один этот, этот. И мосик камень один. Куртка кожаная, два штука. Так, я вот только не знаю, он до того дотянет или не дотянет. Или он там в каком радиусе работает. Так, этот активировался. А до того не дотянул, да? Ну, хорошо, что два взял. 25 стаков обсидиана принес. И где-то их наковырял. Это меньше двух. Одна палочка, одна башня в Энде, на которой Эндер кристаллы были. И даже не полностью. Я чуть-чуть оставил самим Эндерменом. Дотянет, не дотянет. Дотянуло. Все. Оно у меня авто.